Виктор Степаненко, один из спикеров, является кандидатом исторических наук. Он рассказал студентам о перспективах развития России сегодня. Участники лекции смогли узнать не только об исторических достижениях, но и о возможностях нашей страны. Первое место в сельском хозяйстве в мире по целому ряду продуктов. А ведь это, особенно сейчас, чрезвычайно важно. Продовольственная независимость. Спикеры поделились со студентами прогнозами по развитию отдельных отраслей производства, рассказали об импортозамещении и современных отечественных технологиях, обсудили традиции разных народов России и выдающихся достижениях наших соотечественников в спорте, культуре, науке и других сферах. Лекцию посвятил теме экономики России и, в принципе, ее роли в этой экономике, всемирной экономике. Мне, в принципе, понравилось все, и спикеры, и сама тема. Я думаю, это очень важная тема для всей России, да и, в принципе, каждой страны. Стоит отметить, что программа не ограничилась одними лекциями. На площадке перед органным залом организовали трехчасовой музыкальный марафон, который стартовал в 17 часов. Арина Шамина, Кирилл Хабзеин, новости Челны ТВ.